Да, в молодости у меня было много женщин. Я менял их как перчатки, пока не встретил свою жену. Неужели ты так сильно влюбился? Да нет, просто жена не вовремя вернулась с работы. Пациент приходит к врачу и жалуется на бессонницу. Ложусь спать, но продолжаю думать о женщинах. Никак не могу успокоиться, расслабиться. А вы, закрывая глаза, представляете себе море, волны, песчаный пляж? Должно помочь. Что, неужели море не успокаивает? Да, море-то успокаивает, но эти бегающие по пляжу девчонки в бикини. Рабинович является в клуб конного спорта. Хотелось бы проездить на лошади. Можно у вас взять на прокат? Конечно, вы какую лошадь предпочитаете? Какой породы? Мне бы подлиннее, а то нас пятеро. А кто это сделал? Нам захотелось услышать дома топот маленьких ножек, и поэтому мы купили собаку. Собаку? Собака дешевле, и ног у нее больше. Алло, котик, машина поломалась, прям вообще не едет. Ух, ну сколько раз тебе повторять? Когда меня нет, садись в левой стороны. Давай пришла жаловаться к участковому. Представляете, плюнули? Куда? В око? Нет, замочную скважину. Вот представляешь, выхожу я на пляж в своем новом обалденном супер мини-бикини, а там мужики кобелями, кобелями, кобелями. Сколько раз говорить? Не купелями, а штабелями. Хорошо, кобеля штабелями. Изя, дай штуку взаймы. Только после возвращения из Парижа. Ты едешь во Францию? И не думал. Привидение с мотором. Мне стеканка молодости нагадала много денег. Обманула? Нет, уже 20 лет работаю кассиром. Степан! Я ваш тайный поклонник. Почему же тайный? Не дай бог, жена узнает. Липтико. Как узнать, что ты набрала вес? Ты не можешь больше носить туфли на шпильках. В паркете остаются дырки. Ну что, был в Москве? Был. И как, стоит там твоя Москва? Еще как, пробки 10 павлов. Да ты успокойся, я тебе говорю. Устанавливает гаишник нового русского. Так, пил. Ну-ка, дыхни в трубку. Новый русский протягивает сотню. Так, дыхни-ка еще раз. Новый русский дает полтинник. Слабо дышишь. Дыхни-ка, как в первый раз. Перед мужем я всегда красивая. Бельишко, прическа, мордаха накрашенная. То стало чего-то, все равно не ценит, думаю. Сегодня встретила в халате, бигудях и со скалкой. Муж доволен. Всегда сказал, с детства мечтал Фрекенбок чмокнуть. Подписываемся, кликаем на колокольчик.